Всех приветствую. Ну, а сейчас немножко о монетах Ирана. Начну с последних монет. Монета Мавзолей имама Ризы, номинал 5000 реалов. Выходила эта монета в 15, 16 и 17 годах. У меня здесь монета представлена 15 года, ну, 16 и 17 аналогичная монета. Ну и в 17 же году вроде как вышла еще одна монета 5 реалов, 50 лет иранскому рынку капитала. Но пока я эту монету не встречал, и у меня ее в наличии нет. Может быть, со временем появится. В 13-14 году выходила монета Мавзолей Фатимы Масуми, тоже номинал 5000 реалов. То есть арабский пятерка имеет вот такой значок 0.5000. В 2012 год. Генеральный план, номинал 2000 реалов, двойка имеет вот такую галочку, 2000 реалов. То есть даты и цифры арабские достаточно легко прочитать. Следующая монета 2011 года. 15-й день месяца Шаабан. Номинал 1000 реалов. Вот единичка. Похоже на нашу единичку. Ну, а нолики в виде точек. Еще одна монета 2011 года, 500 реалов, пятерка, я показывал уже пятерку, 500, хорем шехр, что такое, не знаю, но такой вот, то ли цветок, то ли что, небольшая монетка. 2010-й. Вышло много монет, именно 6 монет разных номиналов, 5000 реалов, 50 лет Центральному банку Ирана. реалов. Даты арабские тоже достаточно легко читать. Все это можно посмотреть. Еще монета 5000 реалов. Неделя единства. Тысячи реалов, 50 лет Центральному банку Ирана. То есть образуют они вот 2000 реалов, образуют они с этой вот монетой своеобразный набор к 50-летию банка. Ну и три монеты по 1000 реалов вышло. Всемирный день статистики. Кадирхум.
1000 реалов, 2010 год. Дата указана. Единственное, даты арабские не совпадают с нашим летоисчислением. Поэтому у них другое немножко. Получается, даты надо переводить в наши современные даты. И последняя монета, тоже 1000 реалов, Курбан Байрам. То есть вот здесь идет арабская дата, единичка, вот это вот значок тройка, такая галочка, восьмерка и девятка, похожа на нашу девятку, то есть 1389 год. Соответствует нашему 2010-му. На этих вот то же самое идет. 1389. Надо вообще, наверное, какое-нибудь, может, видео сделать по поводу этих дат, чтобы можно было ориентироваться спокойно в номиналах и в датах. Ну, по номиналам все просто. Вообще 1000, она и наша 1000. Так, еще один период 79 до 91 года. У меня он не очень полно представлен. Тут 4 монет не хватает. 89 год. 2 монеты. 8 лет священной обороне. Номинал 20 реалов. Фокусируется. То есть другие немножко единицы. Тут 1, 20, 10 реалов. Там следующий период уже другие денежные единицы те же самые, только уже порядок больше идет. 1500, 5000 реалов. И этого же года 10 реалов. Мусульманское единение. В 88-м было 2 монеты, 50 реалов, 10 лет исламской революции. У меня пока что отсутствует монета. Но вот такая неделя исламских банков, 20 реалов, у меня есть. Большая монета. Вот так правильнее. Ну и потом 3 монеты 82-го. Опять мусульманское единение отсутствует у меня. 81-го, 3-я годовщина исламской революции, 20. 80-й, 2-я годовщина исламской революции, отсутствует монета. И в 80-м вот один реал у меня есть. Всемирный день Иерусалима. Номинал 1 реал, единичка. Ну и 2 монеты 79 года, 1400 лет переходу или побегу Мухаммеда. Посвящены этому событию монеты и Пакистана есть, и еще какой-то обзор делал, не помню, тоже есть. Мухаммед, по-моему, из Медины в Мекку перешел, Ну и 79 год, 10 реалов, первая годовщина исламской революции. Свергли они там своего командира, руководителя Пехлеви, зовут которого. Вот здесь
10 реалов тоже. Ну и период 43-79 года, тот самый пик Леви. Здесь у меня немножко похуже. Не хватает тоже ряд монет. 78 года, две монеты, 20 реалов, 50 лет, банку Мелли и ФАУ. 77-го еще 20 реалов ФАУ не хватает. 76-го две монеты. 50 лет династии Пихлеви. И монета ФАУ. Она в 76-м и 77-м выходила. Вот. Ну и первая монета у меня получается 5 реалов. 50 лет династии Пихлеви, тех самых, которых, того самого, которого свергли в 79 году. Был вот такой набор из нескольких монет: 10, 5, 2, 1 и 20 реалов. У меня из него пока что две монеты только есть: 5 и 2 реала 76-го тоже года. Все понемножку я добираю, и эту страну, я думаю, в ближайшее время выбиваю. Вот. Дальше монета вот такая вот выходила несколько, так, да, несколько лет, в 75-м, 74-м, 72-м, 71-м годах. Это ФАУ, продовольственная программа, номинал 1 реал. Вот на данном, видео монета представлена 74 года. Дата вот идет. Здесь вот указано. В 74 году была выпущена подобная монета. Посвящена 7-м азиатским играм. 20 реалов номинал. Ну и самая первая иранская юбилейная монета посвящена ФАУ. Номинал 10 реалов. Продовольственная программа. Даты здесь и... арабское летоисчисление и наше христианское 1989 год. Такая монета. Итого порядка 10 монет у меня на данный момент иранских не хватает. Около. Потихоньку их добью. И со временем полный обзор по монетам Ирана, наверное, подготовлю, пока, скажем, такой немножко усеченный. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока. Ставьте лайки. До свидания.